каждый настоящий мужик просто обязан поздравить свою любимую с 8 марта. Какой прекрасный вечер. Давайте потанцуем. И если, конечно, он не полный СВО. Там. Да, Андрей? Есть предложения, от которых трудно отказаться. Оскар, ты согласен? Она что, действительно толстая? Ярослав, а ты что приготовил? И в конце концов, речь идет о судьбе вашей дочери. Ну, ребята, удачи. А вы простите, кто? Я муж. А вы простите, кто? А он тоже муж. Бальзаковский возраст или все мужики из СВО. 5 лет спустя. Премьера 8 марта на НТВ.